1 августа завершили съемки нового сериала НТВ «Алжир». 10-серийный телефильм расскажет о том, как жили узницы одного из самых суровых сталинских женских лагерей, который когда-либо существовал в СССР. Акмалинском лагере жен изменников Родины. Несмотря на то, что в реальности Алжир находился в Казахстане, создатели проекта приняли решение снимать проект в Крыму. В качестве режиссера драмы выступил Александр Касаткин, который ранее работал над такими фильмами, как «Три дня до весны» и «Москва, я тебя люблю». Главные роли в ленте исполнили звезды бригады Екатерина Гусева и Дарья Эксамова, известная по съемкам в картине «Чемпионы быстрее, выше, сильнее». Дарья Эксамова призналась, что ранее никогда так долго не работала над одним проектом. «Я впервые была в киноэкспедиции так долго. Обычно в выходные всегда езжу в Москву, а здесь же специально не возвращалась в социум почти 3 месяца. Я хотела разучиться, хотела быть красивой, быть чистой городской. Женщины, про которых мы снимали этот фильм, жили в жутких условиях. У них не было зоны комфорта. Была просто зона. Мы делали фильм про жесткий режим 1937-1945 годов. Режим, который уничтожил целые семьи, обезличил людей и стер целые жизни. И все это через призму женских судеб. Очень надеюсь, что нам удастся», — поделилась актриса. Действие сериала разворачивается в 1938 году. Супруги авиаконструктора Ольгу Павлову неожиданно арестовывают как члена семьи изменника Родины. За решеткой оказывается известная на всю страну оперная певица София Тер-Ашатурова, задержанная по доносу. Обоих женщин отправляют в Алжир, Акмалинском лагере жен изменников Родины. Всем известно, что из этого места никто не выходит живым. Чтобы спастись в жестоких условиях колонии, Ольге и Софии придется объединиться и бросить вызов установленным порядкам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.